Так, продолжаем колеусы. Как раз тут вот с момента всходов им месяц и два дня. Нет, пока что еще да, малышки такие. Очень интересно, пускают листики по-разному. Где-то по два этого экземпляра, по три. Вот камера, к сожалению, тут не сильно передает цвет, но некоторые начали уже менять листики. У этого листика посередке, если вам заметно, уже появляется такая слегка красноватая полоска. Также вот как на этом экземпляре. Вот у этого товарища темная полосочка пошла расти. Сейчас у меня их здесь, я думала, их 15 штучек или 14. Нет, я пересчитала их 16 штучек. Где-то я в счете ошиблась. Но один плюсом это очень даже хорошо. И как я везде читала, и рекомендуют пикировать их после того, как они явно заметно начнут менять цвет листиков. Вот пока это только-только они начали, то это я заметила всего где-то два дня, как они начинают проявлять вот эти вот первые еле заметные полосочки. Ну, уход стандартный. Полив вовремя, рыхление. Удобрять я их не вижу сейчас смысла. Тут в грунте всего хватает. Вот такие вот растишки маленькие. Любят солнышко тоже. Как вот ни странно, не вытягиваются довольно такие. На одном месте сидят. И вот по сравнению с катарантусами, вот они даже различаются, насколько большой катарантус. Вот такие вот калеусики маленькие.